Спустя примерно 10 месяцев после войны спасатели уже вывезли 1666 тел с территорий освобожденного Карабаха. Тело армянского солдата было обнаружено сегодня в районе Физули. Его личность будет подтверждена после судебно-медицинской экспертизы. У Кочарянин, вор Херумана, сах иран карецин мэр эрехэкин эсора, вор ес 18 тарекан им эрехэн, ерек амсва царайох, ванэтян кочэцяла, ев Кочаряну сержаканэра, сах мэр эрехэкин сэнц харецин. Вор ванэтяна ев Кочарян зибильнэра, херулин эн мэр эрехэкиц. Да, ес вор пекорус майрэм. Матери, отправившие своих сыновей на войну, не могут смириться с тем, что мальчики были убиты. Они отказываются забрать из морга тела, личности которых были подтверждены двойной экспертизой. Генетики рассказали, что родители часто проверяют точность результатов обследования. У некоторых погибших нет даже родственников для тестирования ДНК. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.